Ну, ёпта. 33 года назад я тоже стоял на этой сцене, так как служил в театре тогда еще советской армии. И меня всегда поражало одно несоответствие. Вот этот огромный, красивый, прекрасный зал, и вот эта хрупкая, красивая, обаятельная, умнейшая, остроумнейшая женщина. Но когда она выходила на эту сцену, она становилась необыкновенно большой. Было видно каждый ее взгляд, каждый ее жест, каждый ее вздох, каждый ее шепот и каждое ее слово. Пространство было для нее безграничным. И тогда я понял, что настоящему художнику пространство – это не помеха. Но также настоящему художнику не помеха и время. Вы посмотрите на нее! Нам, людям, работающим в театре, очень важно, чтобы на сцену выходили такие огромные художники, как Людмила Ивановна. Это нам дает уверенность в том, что мы свою жизнь живем не зря, что мы тоже кому-то нужны, и мы живем в надежде на то, что рядом с нами вот такие великие актеры и актрисы. Мы самые молодые.